Сотрудники полиции наведались в гости к дворникам и кровельщикам. Четверо мигрантов работают в одной из управляющих компаний «Химок». Днем они трудятся, отдыхать же приходят в подвал дома на улице Росковой, где создали для себя комфортные условия для проживания. На нежеланных соседей в полицию пожаловались местные жители. Однако стражи порядка мигрантов не обнаружили и отказали в возбуждении дела. Тогда вмешалась городская прокуратура. По данному факту сотрудникам полиции ранее проведена проверка, однако принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Указанное решение городской прокуратуры отменено, материал направлен на дополнительную проверку. Так, выездной проверкой установлен факт длительного массового пребывания 4 иностранных граждан в переоборудованном для этого подвальном помещении. Мигрантов задержали, правоохранители проводят дополнительную проверку.